Неделя биатлона в Тюмени подошла к концу. Чемпионат России сменили соревнования на призы губернатора области, а завершила эстафету гонка чемпионов. Турнир больше спортивный, но у болельщиков был уникальный шанс увидеть всех звезд мирового биатлона. В мир эмоций спортивного праздника окунулись наши корреспонденты. Гонка чемпионов – уникальная возможность увидеть всех звезд сразу. Переполненный стадион дышал биатлоном, а на старт выходили, что не спортсмен, то знаменитость. Пьердарин, Фуркат, Макарайнин, Домрачева и, конечно, Шипулин. Мы первый раз на биатлоне, все прекрасно, мы счастливы. Спасибо всем. Мы приехали с Нового Уренгоя, за 1500 километров отсюда. Нам очень нравится, очень весело, организовано все великолепно. Эмоции прут через край. Непередаваемые эмоции, столько много радости в глазах. И так радостно болеть за наших спортсменов, когда они такие результаты показывают великолепные. Это просто круто. Тюмень не удивить крупными международными соревнованиями. Но какие из них в будущем получат прописку в нашем городе, губернатор определил четкие критерии отбора. За 2 недели проданы все билеты. И если бы стадион позволял вместить больше, то этих билетов было продано бы больше. Ну, соответственно, так сказать, и выводы, которые напрашиваются, в какую сторону мы должны это делать. Если мы сегодня проводим соревнования по дзюдо, да, международные, серьезные, солидные, рейтинговые, вот, проводим их в легкоатлетическом манеже, где у нас 4,5 посадочных мест, но, к сожалению, зал не заполняется. Зритель голосует. На дистанции проходила драматичная борьба. При передаче эстафеты столкнулись и упали Тюмень с Гараничев и Скордина, после чего у белорусской спортсменки сломался приклад. Все это на глазах десятка тысяч болельщиков, которые увидели захватывающий финал биатлонного сезона. Победителями гонки чемпионов стали Екатерина Юрлова и Антон Шипулин. В прошлом году Антон выиграл такую гонку в столице и вот повторил успех на родине. Здесь приятнее, это моя родина, я отсюда здесь родился, и, конечно, бегать в Тюмени намного приятнее, чем в Москве. Посвящаю победу всем тюменцам, потому что это их мероприятие, и я отсюда родом посвящаю всем тем, кто здесь родился, кто живет, всем тюменцам эту победу. Тюмень сделала весомую заявку на проведение гонки чемпионов в 2016 году. Вячеслав Мартынов, Антон Пригорницкий, «Тюменское время».